Возьми любого человека, спроси его, кто ты. Обычно человек начинает вспоминать что-то о себе. А воспоминания – это тема такая скользкая. У каждого человека, опять же, есть туннель восприятия. То есть, по сути, он воспринимает и вспоминает о себе то, на что он в данный момент настроен, условно говоря. Вот. И поэтому, если человек, например, считает, что он, я не знаю, там, задрот, к примеру, да, то он как бы вспомнит кучу эпизодов, где именно таким он и был. Просто потому, что сейчас он такой.